Не получается нормально у меня записать этот стрим, почему-то он вылетает, когда... Когда. Разворачиваю, когда разворачиваю, что-то ужас какой-то, на ноутбуке было все нормально. Так, ладно. Счет уже становится, получается, 6. Ох. Джейкос минусует сейчас только 6 ТД. Забирает Алекс Белл Джейкоса. Остается ежик 1 на 1 и минусует. Все, счет 3-0. Это уже 7-2. Все, остается один раунд команде IT. Не очень зрелищная игра получается. Но, я думаю, весьма напряженная. Для команд, конечно же. Хотя, вот после реконнекта почему-то как-то команда Slowmore очень сильно расслабилась. Оу, да, забыли, ребята, пароль поставить. Сейчас заходит SKOB. Надеюсь, он выйдет все-таки. Так. Минусует. Все. Ну, в общем, произошел размен только что, и команда IT выигрывает. 8-2 счет. Вот так. В общем-то, быстро. Отыграли этот. Как полуфинал-то, по-моему, был. Да. Все. В общем-то, даже не получился нормальный стрим. Счет 8-2. Вторая карта.